Да. Все. Все отлично. Поехали. Созерцающее 12-е возвышение. Вперед с песней. Так. Ответная карта, максимальное здоровье, 250 золота. Что за херня? Что мне такой трэш даете, товарищи? Две элитки. Ну, танцуй! Танцуй, раб! В ошейнике. Рабовладелица. Трэш за победу над сердцем? Ну да, справедливый обмен. Ничего не скажешь. Самый имбовый перс. О, мы, если будет возможность, мы будем собирать билд без гнева. Все будет хорошо. Никаких проблем. Гнев просто убираешь из колоды и становится нормальным персонажем. Просто гнев очень плохая стойка. И все. Так, спокойствие. Ну, у нас уже есть один переход в спокойствие, и все. Что нам еще надо? Святость. Можно мантру взять. Ну, ты знаешь, из этого всего, наверное... Ну, гнев можно сейчас удалить, но пока он нормально будет играть. Пока что я просто подножку возьму, и все. Хорошая в начале карта, очень хорошая. Суставы по скидке? Не, не хочу. Гнев имба? Где? Когда? Еще вопрос. И почему? Один из основных вопросов. Где он имба? Только... Только в обычных боях. Ну вот, с мелочью. В начале игры. А когда у тебя... Когда у тебя сердце, то там гнев особо не поиграешь. Хотя у нас сейчас вот с внутренним покоем неплохо играет, да? В принципе. Что-то я херово сыграл как-то. Все равно получаем урон, что так, что так. Ну, два урона, пускай будет. Гнев очень хорош в начале. Выходы стойки. Вообще-то нет, если достаточно карт переходов. И колода не из 30 карт. О, так это нужно специально, чтобы эти карты пришли. Они могут не прийти. Йоу, привет, Марсавка. Хочу обнову в Slay the Spire не только из-за геймплея, но и из-за сюжета. Неужели этот кит главный босс? Кто он вообще? Кит это как Саурон. Он всегда следит за тобой. И в отличие от Саурона, у него много глаз, а не одно. И не одно око. Саурон-то и проиграл, собственно, хоббитам из-за того, что у него всего один глаз был. Было бы у него два глаза, насколько проще было бы увидеть хоббитов. Лох. Окей, хорошо, я возьму выходы стойки. Окей, хорошо, мы играем в танцы на стойках. Я вижу, чат, вы очень любите танцы на стойках. Мы будем играть в танцы на стойках. Договорились. Так и быть. Ну, переходим мы в гнев. Ну и чего? Получаем 20-ку урона. Или не получаем. Вот назад говорил, не поиграл, все-таки Дангрид. Ахаха, а у меня знаешь, что есть? Текстовый документ, куда я все это записываю. Дангрид.
Я сейчас буду... Я записываю все игры, которые вы мне рекомендуете, а потом буду их смотреть. Потому что я тупо забываю постоянно. Нужен добор. Вот именно. А для... Добор, который работает в этих танцах на стойках, это... Веселый противник. Добор, который работает в танцах на стойках, это... Это этот... Господи, сейчас мозги не работают. Это добор, который... который срабатывает при переходе в гнев. Проблема в том, что эту карту хрен найдешь. Ее искать очень долго, муторно, и не факт, что ты ее найдешь. Не факт, что тебе эта карта придет вообще за всю игру, правильно? Так что какой может быть разговор? Да, если она приходит, мы можем делать танцы на стойках. Опять же, не помню, как она называется. Тупо не помню. Рекомендую игру Legend of Bamboo. Ага. Окей, Марсавка, я запомнил. Сашка. Окей, договорились. Есть что-нибудь про сюжет Спайра? Насколько я знаю, нет. То есть Спайр это просто Спайр. Насколько я в курсе. И тут особо сюжета никакого нету. Капец, где мой урон? Есть талант, кладущий тебе в руку карту... Тебе карту добора в стопку добора. Да. Правда. Есть. Где мой гнев? Теперь я, значит, гнев хочу. Сколько можно с этими чуваками развлекаться? Хорош. Нож для писем. Норм. Приговор. Очень круто в начале. Потом приговор становится слабее и слабее, но сейчас это будет мега круто. Большинство противников он будет сливать в ноль. 40 хп. Мало у кого на первом-втором этаже есть 40 хп. Раскаленное яйцо тоже бомба. И... Значит, мы идем в танцы на стойках, надо обыграть вспышку. Но я в гробу ее видал. Пока что. Хера урон увеличивается. 14 за один? Это что-то жирно. Блин, сейчас элитка сразу. Ладно, рискнем. Я буду рассчитывать на наши апгрейдженные карты, что они нам тут помогут. Так, пока блокируем, пока я не хочу атаковать. Надо убить... Во-первых, всем спать. Во-вторых, у нас есть внутренний покой, который, наверное, лучше использовать для добора. Вот. Вот и приговор появился. То есть мы можем, наверное, убить двоих. Попытаться. 21 урона. Тут сделать вспышку. Вспышку тебе. Две энергии возвращаются. Пустой кулак и приговор. 42 урона. Ну, в принципе, без разницы, в каком мы порядке сделаем это. Виновен. Да, с приговором мы, в принципе, нам ничего не страшно. Буквально в течение первых двух этажей. То есть мы можем делать билд, какой хотим. Я, правда, все еще не уверен, что я хочу билд
что я хочу билд на танец на стойках. Насколько я помню, он у нас особо никогда не работал. А, вот набросится. Ну, окей. Уговорили. Что я могу сказать? Другого ничего не скажешь. Просто уговорили. Приговор. Бесполезен. Пока что. Окей, вспышка. Пустой кулак. Вспышка дает 2 энергии. Пустой кулак и чего? И оборона. Ну, короче, мы здесь сколько-то хп потеряем все равно. Наверное. 42 урона. Окей, пустой кулак, по-моему, усилили. Я не помню, чтобы он столько урона наносил. Что за слишком много. Теперь просто приговор. Goodbye. Йоу, курьер, это круто. Истерика. Коронный прием. Кульбит. Ну, если мы делаем танец на стойках, тогда истерику надо брать. Даже вместо всего остального. Даже вместо кульбита. Ну, что ты тут скажешь? Мы тебя не можем приговорить тут случайно? Не можем. Даже не думай об этом. Столько кулак раньше наносил 12 при апгрейде. Вот я и говорю, по-моему, его усилили. Ну так жить, в принципе, можно. С такими раскладами. Пустой кулак действительно огромный урон наносит. У нас есть переходы между стойками, у нас есть приговор. Нам очень повезло здесь с картами. Я думаю, не стоит. Единственное, что вопрос, взять ли пустое тело еще. И не будет ли это лишка? Еще один выход из стойки. То есть у нас что получается? 2 перехода в гнев. 2 перехода в спокойствие. 1 выход из стойки. Ну давай попробуем так. Пускай будет... пускай будет 2 выхода, 2 входа. И все как в взрослых фильмах. Взять хотя бы одну мантру для золотой атаки за один. Не знаю. Мне кажется, мантра здесь не нужна. Я вообще думаю насчет апгрейда. Перед боссом. Пожадничать. Жадность, конечно, фрай разгубила. Защиты мало в колоде. Двадцать восемь хп. Аллилуйя, братья и сестры, мы либо все, либо ничего. Окей, по-моему, ничего. Плохой первый ход. Все еще плохой первый ход. Нам нужен был урон. Окей, мы его нашли. Смотри, сколько энергии. Ну-ка.
Просто пустой кулак последним играем, и все. Даже он будет бить на 42. Охренеть. Но это того стоило. Здесь, наверное, никаких истерик. Хотя... Бдительность, истерика. Пустой кулак. Защититься. Правильно я понимаю? Это даст нам 2 энергии. У нас станет 3. Пустой кулак защитится, да. Да-да-да-да-да. Так и делаем. А, даже можно сначала внутренний покой, потом пустой кулак. Нет, сначала пустой кулак, 42 урона. Короче, все правильно было заранее. Альтернативно это внутренний покой обороны вместо защититься, что, наверное, лучше. Да, мы получим 3 урона, но мы защититься на следующий ход оставляем. Ну и здесь, понятно, вспышку мы... Хотя... 13 плюс 6... 13 плюс 9... Но это будет не 9, это будет 12... Мы не нанесем ему... 57 урона, окей? Okay? Поэтому расслабься. Стиль танцора мы уже пробовали несколько раз. Это же не то, что у нас прямо новая-новая тактика. Мы уже это дело испытывали. И оно не то, чтобы прямо уж не работает. Единственное, что, может, раньше у меня все время был неправильный баланс атаки и защиты. Сейчас вроде как типа правильный. Типа. Ну, мы убили босса, что я могу сказать. Кульбит, Deus Ex Machina и починить реальность. Ну, Deus Ex Machina... Не помешает, хотя... Это энергия. У нас, конечно, есть ошейник, но у нас нет чуда со старту. Добавленные карты улучшаются, но у нас этого вообще нет. Мы не делаем добавленные карты. Почему шпили не наносят двойной урон? Они разве не считаются за атаку? Шипы. Нет, шипы не считаются за атаку. Слушай, мне кажется, что Deus Ex Machina лучше Кульбита. Кульбит как-то... Как-то никак нам. Интересный выбор. Содзу на сердце лучше не брать в принципе. Потому что зельки для сердца очень хорошо заходят. Эктоплазма будет там дороговато, наверное. Энергия у нас есть только на боссах. Но хотя обычных противников мы переговором выносим. У нас есть неплохие атаки. Астролябию можно 2 удара, 1 оборону превратить. Но реально, знаете, чего мы умрем на сердце? Потому что у нас нет защиты. Ее вообще нету. Кульбит, медитировать, это спокойствие, и поговори с рукой. В принципе, неплохо.
Но, опять же, мы умираем на сердце, потому что у нас не будет защиты. Вот пока что эта колода вот 100% мертва. Ну, сколько мы, 20, там, 30 защиты поднимаем, да, за заход. Сердце бьет тебя на 90. До свидания. Собирай вещи и уезжай к маме. Потому что вариантов других не будет. Вспышка. Удар, пустой кулак. Короче. Удар, пустое тело. Нет, вспышка, удар, пустой кулак сбивает одного. Возможно, убивает. Поэтому пустое тело нам невыгодно играть здесь. Можно чудо потратить и еще 7 блоков поднять. Тупо приговори одного. Тебя. Goodbye. Да, эта экс-макина хорошо зашла. Она в этой колоде как раз то, что нужно. К ней никаких претензий. Какой рукой предпочитаешь поговорить? Конечно, с левой. С правой я и так каждый вечер разговариваю. Окей. Умиротворенность. А, моя любимая карта. Ну. Ну как так? Ну что это? Гады. Мясо. Баджера. Врезать. Врезать здесь нам нужен без вариантов. Вот это будет наша защита. Ну, то есть, покупаем врезать, потому что мы его покупаем без вариантов. И руки. Много рук. Еще больше рук. Знаешь что, это будет билд на руки, я решил. Прямо руки на руках, руками погоняют. Три руки. Никто не остановит нас. И Ваджера. Все, пацаны, с тремя руками мы бессмертны. Почти. Знаешь что? Золото и убрать проклятие здесь. Упс, я пошутил. Убрать проклятие здесь. Шипы для сердца. Отблеск стали, потому что это отблеск стали. Тут есть еще один наброситься, но... Мы могли бы пойти на элитку. В принципе, кроме... Кроме... Так, подожди. Что за херня? Кроме книги о ножах, нам особо ничего не страшно. Не понимаю, что с забегом. А такой вот интересный забег. Руки всякие, три руки у забега отросло. Видел когда-нибудь такое? Урон наносится, защиты почти нет. О, да. Кто ж спорит? То, что защиты нет, понятно, капитан. А вот так не хочешь? 93 защиты.
при смене стойки. Окей. Что еще сказать? Ну, будем тогда ковать защиту, раз так. Раз у нас проблемы с защитой, надо ковать защиту. Логично, конечно. 3 добавляет, 4. 93 защиты что-то на сердце дадут? Нет. На сердце мы умрем. Две элитки. Раз элитка, два элитка. Заманчиво. Очень заманчиво. Гремлинов мы убиваем нормально. Слушай, ну колода же сильная. Мы можем одну обойти потом, пожертвовав костром. Погнали. Зря я экономлю зельки. Очень полезно. Я не понимаю, где мой приговор, а, капитан? Где... Еще важный вопрос. Где моя истерика? Оу, oh, yeah. Репка. Пас. У нас слишком много карт. Прямо очень много карт. Я бы сказал, у нас все карты. Все карты на руке. Истерика сюда, врезать сюда. По идее, мы должны переблочить. Пустое тело я не хочу брать. У нас слишком много карт. Прямо вообще много. Сначала надо что-то убрать. Потому что это все так чудно выглядит, пока мы не добрались до... Пока мы не добрались до этого. До боссов. На боссах уже так не прокатит, что за два хода там вынести все, что движется. Там оно уже не так будет работать. Хотя поговори с рукой помогает. Но опять же, лишь у нас босс, у которого... Защита от 3 дебафов. Соответственно, как с него дебафы снимать, непонятно. Ну, артефакты, в смысле. Ну, вы меня поняли. Соответственно, он все три руки блокирует. Мы уже встречались с этой проблемой. Известная ситуация. Бдительность, истерика, говори с рукой. Хрень какая-то получается. Поговори с рукой, истерика. Знаешь что? Будь проще. Ура, приговор. Нужно 6 рук просто. Да, такая мелочь. Всего лишь 6 рук.
Никаких проблем. Так, 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 так. Хрень. Дальше. Следующий. Змея цвет. Можно ли вас приговорить? А, натиск не сыграл. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мы можем... Мы не можем сделать... Да, мы можем сделать истерику. Потому что у нас есть энергия. Можем сделать истерику и пустой кулак. Даст нам тонну защиты. Все нормально, все хорошо. Пустой кулак, да. Почему ты считаешь прервать плохой картой? В смысле, какую прервать? Прервать, 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 прервать. Ну, наверное, раз я считаю плохой картой, я ее не взял, да? Где приговор? Сразу, наверное, кого-нибудь приговаривать надо. Ну, почему бы и нет? Да? Ну, надо убить всех. Причем сыграть, поговорить с рукой на предводителя гремлинов. Это очень просто делается. Приговор сюда. Пустой кулак сюда. Сюда, это сюда. Отлично. Дополнительный ход звучит весело. Ты имеешь в виду кульбит? Ну, кульбит хорошая карта очень. Просто отличная. Можно приговорить и сделать кульбит еще. Дать себе дополнительный ход. Просто врезать я не хочу играть, он не так много урона наносит. Во. Святотатство плюс дополнительный ход было бы великолепно. А это тебя не убивает? Случайно. Я, конечно, не в курсе, но... Дамару дает один мантры в начале вашего хода. Ну, круто, чё? Добавляет кару в начале каждого хода. Я думаю, нам не нужна кара в начале каждого хода. Ну и чего мы будем делать? Вот. Чисто. Идеи есть у кого? Поговорить с рукой, на него не сыграть. То есть он блокирует дебафы. Но надо снимать их этими... Подножкой. Надо тупо не играть, поговорить с рукой. И играть после того, как мы собьем их немножко подножкой. Это, как бы, по-моему, единственный вариант. Я, в любом случае, не вижу особо других. Еще можно попробовать фокусить босса, а не миньонов.
Но мы не успеем нанести столько. Эй! Мой приговор. Врезать самая лучшая карта. Ну, врезать вспышка — это комбо. Правильно? Вспышка, потом врезать. Получаем тонну защиты. Ну или истерика. Истерика больше урона наносит. Так, пустое тело выходит из стойки. Пустой кулак выходит из стойки. То есть мы хотим сначала нанести урон, а потом уже выйти из стойки. Соответственно, так. Так. Теперь так. Мы могли сыграть еще удар. Да, я провтыкал. Ну вот опять та же ситуация. Поговори с рукой, мы просто никак его не играем здесь. Ну можно его сыграть просто ради того, чтобы один дебаф снять. Ну да. В принципе, куда его дальше копить-то? Упс. Хелп. Слушай, мы его сейчас добьем. Окей, был неправ. Прикольно. Изничтожитель. Бывают ходы, когда у нас есть энергия. Бывают. И он работает с руками. И нам 100% нужно энергию брать. Прямо вот точно. Если выпадет купол, ты его возьмешь как вчера. Ага. Вчера это было немножко шара, когда мы с куполом выиграли. Совсем чуть-чуть. Слушай, мы можем элиток бить так-то, если у нас есть желание подобное. Потому что я смотрю, думаю, кто из элиток нам может проблемы составить. Ну, ну, возможно, жрица змей. Ну, в принципе, и все. Виновен. Кстати. Как бы мне тебя добить? Никак. Зачем ждать, пока босс начнет атаковать, если можно убить его? Да. Таймлорд, да, особенно убьешь так. Знаешь ты игру Hearthstone? Да, игру Hearthstone я знаю. Хорошая игра. Она мне нравится. Играть я в нее, конечно же, не буду. Так, в общем, мы берем только самые-самые вкусные теперь шняги. Например, еще один отблеск стали. Или чашу. Ну, для чаши, наверное, уже поздновато особо. Особо хп не получишь с чаши. О-хо!
карт не вижу. Ноутбук стали беру. И, наверное, удаляем. Чего мы удаляем? Удар. Нам все еще писец, кстати, на сердце. Мы все еще мертвы на сердце. Вот прямо гарантированно. Без вариантов. У нас нет защиты. И у нас не было шансов ее нигде взять. У нас есть поговорить с рукой, это единственная наша защита. Насколько она будет хорошо работать, я не знаю. На таймлорде нет, на таймлорде мы не умрем. С ним бой будет долгий, но мы не умрем. На нем будет нормально все. Давай сделаем вот так. Поговори с рукой тебе. Теперь кунби. Вот. Тебя приговорить. Тебе натиск. А тебе вспышка. Снова метки. Эх. Эх, как было бы хорошо. Метки. Да не убьет нас таймлорд, чего вы чат? Как? Чего ему для этого сделать придется? Хотя, слушай, все может быть, конечно. Но я сомневаюсь, что он нас убьет. Скажем так. У меня большие сомнения в его способностях. Уф, мы не можем убить зубастого, который 20 урона наносит. И... не приговорить его. Ну, ладно. Мы могли приговорить его. Да, если бы я был умный, я бы приговорил его. Так, 14 хп. Упс. Защита. Мы все-таки не пойдем по элиткам, я решил. Ударить в стойку приговор. Да, мы там могли убить, я ошибаюсь. Переходящий. Здравствуйте. Есть ли у вас желание быть приговоренным? Нет? Я так и думал. Простите. Переходящий. Мне бы, да, вспышку. Хотел сказать спасибо, игра. Призвать меч, ура. Мы это сделали, мы сыграли призвать меч. Впервые за 1000 лет. Если я выиграю, то подписчиков у меня будет больше, чем у тебя. Если ты чемпионат выиграешь? Ну, наверное.
Слушай, ну мы наносим очень много урона. Мы снесли половину хп переходящему. Такое обычно только латоносец умеет. И то в лучших своих билдах. Не во всех подряд. Что-то здесь есть в этом. Еще метки. Надо было брать метки. Еще я жадничаю. Самое сложное — выйти через альфа, бета и омега. Да мы играли когда-то. Мы выигрывали сердце как раз через альфа, бета, омегу. Было такое. Но... Да, через него действительно сложно играть. Привет, Зехель. Добро пожаловать к нам. Есть ли мейн-гейм канала? Ну, можно сказать, что Slay the Spire. Наверное. Истерика, пустой кулак. Slay the Spire и рогалики, в принципе, я играю. Кстати, вот только поговорили. Но этот билд к альфа, бета, омеге не имеет никакого отношения. Нам не хрен делать с альфой. Мы ее просто не сможем играть нормально. Это займет столько времени, что проще даже не вспоминать, что она существует в этой игре. Очень долго. Это спасет от стражей? Да ну, это оно должно прийти, блин, в первый ход. Тебе надо только 3 хода, чтобы его разыграть. И ты в эти 3 хода не разыгрываешь нормальную защиту вообще. Теперь представь все это. Такое уж веселье. Сомнительное. Вау. Ну окей. Один урона. Нет. Альфа при апгрейде начальная. Ну, кстати, да, что-то в этом есть, в принципе. Ой. Если альфа начальная, то да. Бля. 20 урона 4 раза, 80 урона. Хрень какая. Ну вот я и провтыкал. Но здесь провтыкал я. То есть я не могу игру сильно обвинить. Но... Это было глупо. То есть я 40 хп только что слил в никуда. По большому счету. Потому что пожадничал. Делать этого не нужно было. Спойлеры. Феечка или еще зелька силы? Я оставляю феечку. Если ты сойдешь сольешь таймлорда, сыграем Slay the Streamer. Я не веду переговоры с террористами.
Окей, мы идем на элитку. Я верю в себя и в тебя, в нас всех. Давай, голова, сливайся мне. Сливайся, как никогда не сливалась. Я верю, ты сможешь. По-моему, я опять сделал слишком большую колоду. Как бы известная проблема в нашей жизни. К сожалению, возникает чаще, чем хотелось бы. Сорок урона. Ай. Нет выхода из гнева, да? Есть. Ура. Спасибо, игра. Шесть на четыре или 19 урона. Шесть на четыре больше. Пять энергии. Мы можем сыграть кульбит вместо пустого тела здесь. То есть сыграть истерику. Кульбит. Но мы же можем вытащить здесь руку без выхода из стоек. Вот, например, она. Вот так вот. Наверное, это очень плохая идея. Yes. Шара. Воу, ноль проблем. Нам бы карточек. Окей. Махолет. Еще одна Deus Ex Machina. Я думаю, не нужна. 30 карт в колоде. Ау. Ну что, таймлорд? Чат говорит, что я тебя не смогу победить. Чат может быть прав, чат часто оказывается прав. Но не сегодня. Нет, чат, вы проиграли. Я не победим. Возможно, победим. Ай. Истерика, поговори с рукой. Нет, сначала бдительность, потом истерика. Нет. Теперь поговори с... Раз, два, три. Теперь поговори с рукой, потом истерика, потом пустой кулак. Как раз 12 будет. Нету выхода. Нету выхода из стоек. Да, я слишком большую колоду сделал. Согласен. Ничего не могу в свое оправдание сказать. Вообще ничего.
Виноват. Не хватает уязвимости в колоде. Не знаю. Так ли она нам нужна? Блин, а он с себя снимет дебафы во второй фазе. Надо оставить одно поговорить с рукой. Вот видишь, что происходит? Все, нет защиты. Она дура. У нее нет защиты. Вряд ли его сможем добить. Хотя, если сделать кульбит, и нам повезет. А, кульбит здесь не поможет. Нам стоит разыграть карты ради того, чтобы сбросить его. Сбросить таймер, в смысле. Вот здесь кульбит, наверное, самое то. Типа того, да. Вспышка, истерика, врезать. То есть это все для урона. Там куча пустых кулаков. Внутренний покой. Как-нибудь должны из стойки выйти. Отлично. Или подожди, или это он сейчас лечится? Нахер я его дамажил? О, я идиот. Мозг завис. Что я вам могу сказать по этому поводу? Тормоз, двигатель прогресса. Божественность. Изничтожитель под божественностью. Просто убей его, лол. Да, это был мой план с самого начала. Я сейчас приду, чат. Это нужно отпраздновать шоколадкой Snickers Crisper. Вам ни хера не видно, наверное. В общем, там написано Snickers Crisper. Сейчас мы ее будем пробовать. Потому что я думаю, что такой шанс редко. О, ну такие маленькие кусочки, смотри. Абсолютно малюсенькие. Она на три части? Да, она на три части разделена. В одной части 97 килокалорий. Понятно? Это вам не это. 97 целых килокалорий. Хрень.
здесь вместо орехов. Какая-то херня. Как попкорн, что ли, какой-то надутый. Такие, знаешь, кружочки. Жареные, надутые. Мне не нравится. Орехи лучше. Сникерс Криспер. Ну, где-то 5 из 10, по моей оценке, сникерсов. Самый крутой стандартный сникерс. Ну что, готовимся умереть? Слушай, неплохой первый ход, ничего не могу сказать. Набросится истерика сразу, это круто. Сейчас мы карты получим. Вот. Теперь врезать, разворачиваемся в эту сторону. Угу. Работает. Теперь бы выйти только из гнева. Спасибо, игра, что вышла мне из гнева. Очень ценю это. Ой, забыл кинуть поговорить с рукой на него. Можно пустым кулаком выйти из тела. С другой стороны, наверное, пустое тело нам интереснее. Все-таки защита все равно нужна. Даже если мы сейчас выйдем из гнева, мы все равно в пролете как бы по защите. А почему я в ту сторону повернулся? Твою мать! Ну? Сникерс Криспер. Съешь и отупеешь. Вау. Гениально. Я просто... Писец какой умный. У меня нет комментариев по этому поводу, потому что откуда они у меня? Вроде все шло так хорошо, я тупо слил нам все хп. Есть тут что-то такое, что мне выиграет бой с сердцем за один удар? Нет. Окей, два поговорить с рукой есть. Это хорошо. Это очень хорошо. Бдительность. Вспышка. Поговорить с рукой, поговорить с рукой. Медитировать. Мы живы, как ни странно. Может, сначала добор сделать внутренним покоем, а бдительностью потом в конце в спокойствие переходить. Вот это, наверное, хорошая идея. Так, мне нужны все мои поговорить с рукой. Сейчас. Здесь же. Возможно, еще вчера.
Можно бдительность, потом истерику. Будет еще энергия. И мы потом пустой кулак можем сыграть. И вот пустым кулаком уже выйти. Из стойки, да. В общем, нанесли столько урона, сколько могли. И то это не так уж много. Ну как? Мы на второй ход. Треть хп снесли сердцу. Упс. Так, смотри. Во-первых, поговорить с рукой. Нет, сначала истерика, поговорить с рукой, потом пустое тело для максимального дамага. Истерика. Меч бы призвать, наверное. Надо бы, да? Пацаны. Конечно, на следующий ход будет Deus Ex Machina, но... Хрен знает, когда она еще будет. Тогда надо сначала пустое тело, а потом призвать меч. Но меч за 3 не очень хорош. Ну как не очень хорош? 9 умножить на 3. 27 урона за одну энергию. Не, руку надо играть точно. Без вариантов. Пустое тело надо играть точно. Потому что на следующий ход у нас нет выхода из гнева. Значит, меч тогда нет смысла особого играть. Лучше слизь убрать. Вот, смотри, сейчас бы не было выхода. То есть мы можем сыграть истерику, но... Мы вытащим две карты, не факт, что мы вытащим то, что нам нужно. То есть вытаскиваем какую-нибудь подножку, разрезать судьбу и умираем нахрен. Но если мы вытащим выход из стойки, сколько у нас выходов из стоек? Из гнева. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Пять из 19 карт. 20% шанс. Если мы сыграем истерику, мы, в принципе, получим до хрена блока. Но не факт. Мы можем умереть легко. То есть вытаскиваем там вот эти вот карты. Все, мы трупы. Он будет бить 8 на 15. Хе-хе. 4 на 15 это 60 урона. У меня фея. Но фея срабатывает, она может убить тебя и после срабатывания феи. Тринадцать плюс шесть. Мы получим... Подожди, выживаем ли мы? Даже так. Без истерики. 19 блока. 19 плюс 16. 35. Мы не выживаем. Что он бьет на 60. У нас 35... Плюс 18. Ну, я считаю хп вместе с броней. 40, 50, что-то там с копейками. Есть. Да, истерику все равно придется играть. Ну. Тащи рандом. В принципе, затащил рандом. Потому что мы вытащили врезать. Но мы не вытащили выход из стойки. Восемь на 15 это сколько? 80 плюс
80 плюс. Плюс 40. 120. То есть нам хватит защититься. Можно одно чудо сэкономить. Пинь. Ноль проблем. Абсолютно ноль проблем, дамы и господа. Абсолютно никаких. Мы все еще живы. У него 240 кп. Где моя божественность? Знаешь что, на этот ход мы будем дамажить. Мы будем дамажить так, как никто не дамажил. Мы себе можем гарантировать меч на следующий ход. За 6 энергии под гневом. Двадцать четыре на 6. Окей, мы это сделали. Я удивлен. Танец на стойках работает. Как не... Изи, но ноль проблем. Абсолютно никаких. Все было очень легко. Сникерс, Криспер, знаешь что? Я тебя прощаю, ты принес нам удачу. Спасибо. Было бы лучше, если бы не было 30 карт. Ну, я не знаю, мы выиграли, поэтому... Я с сегодняшнего дня считаю, что все колоды должны быть по 30 карт. Поэтому, как бы, причина и следствие, да?